Беседа 41, страница 271. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 и 40 стихи. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Много надлежит нам, возлюбленные, иметь попечение о делах духовных. И не будем думать, что для спасения достаточно заниматься ими как-нибудь. Если в делах житейских ничего великого достигнуть не может тот, кто исполняет их небрежно и как случилось, то тем более так должно быть в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности. Поэтому и Христос, отсылая иудеев к Писаниям, отсылал не для простого чтения, а для точного и обдуманного испытания их. Он не сказал «читайте Писание», но «исследуйте Писание», потому что сказанное о нем в Писаниях требовало много внимания, как прикровенно сказанное для пользы людей того времени. Итак, он повелевает им теперь с отчаянием углубляться в Писание, чтобы они могли найти сокровенное в глубине их. Сказанное о Христе не поверхностно сказано и не на виду положено, но как сокровище некое положено в великой глубине. А кто, отыскивая положенное в глубине, с усердием и трудом не станет искать, тот и никогда не найдет искомого. Поэтому и сказал: «Исследуйте Писание». Христос превосокупил: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Не сказал «имеете», но «думаете иметь», показывая, что надеющиеся спастись одним чтением без веры не могут приобрести никакого великого и важного плода. Он как бы так говорит: «Не уважаете ли вы Писаний? Не почитаете ли их источниками жизни? На них и я теперь утверждаюсь, потому что они свидетельствуют о мне. И не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную». Итак, справедливо он говорил, думаете, потому что они не хотели повиноваться Писаниям, а только хвалились одним чтением их. Далее, чтобы ради великого попечения его об них не стали они подозревать его в любочестии, и чтобы не подумали, будто желая от них веры себе, он наблюдает свою выгоду. А он упоминал и о голосе Иоанна, и о свидетельстве Бога Отца, и о своих делах, и обещал жизнь, и употреблял все, чтобы привлечь их к себе. Так, как говорю, многие, вероятно, подозревали, что он говорил такие слова из любви к славе, то вот послушай, что он прибавляет: «Не принимаю славы от человеков». Стих 41. То есть «не имею в ней нужды. Не такова, говорит, моя природа, чтобы мне нуждаться в человеческой славе. Если солнце от светильника не получает приращения света, тем более я далек от того, чтобы иметь нужду в человеческой славе». А для чего, говоришь, это могли сказать ему, если не нуждаешься в славе? Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Стих 34. Это он сказал еще прежде, но то же самое выражает и здесь словами: «Да имеете жизнь». Стих 40. Но он выставляет и другую причину. Какую? «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Стих 42. Иудеи часто гнали его, будто бы из любви к Богу, за то, что он делал себя равным Богу. С другой стороны, он знал, что они не хотели веровать в него. Итак, если бы кто спросил: «Для чего же ты говоришь это?» Он отвечает: «Для того, чтобы обличить вас в том, что вы преследуете меня не из любви к Богу». И сам он свидетельствует обо мне и делами, и писаниями. «Как прежде вы меня гнали, считая меня богопротивником, так теперь, когда я показал это, вам следовало бы обратиться ко мне, если бы вы любили Бога. Но вы не любите его. Поэтому-то я и сказал это, чтобы показать, что вы слишком надменно и напрасно хвалитесь, прикрывая только свою зависть». Но это доказывает он не только из настоящих обстоятельств, но и последующих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Стих 43.
Видишь ли, как он и там, и здесь говорит о себе, что он послан от отца, и суд получил от него, и ничего не может делать сам от себя, именно для того, чтобы отсечь всякий предлог к неправомыслию. Но о ком это он говорит? «Иной придет во имя свое». Здесь Христос намекает на Антихриста и вместе представляет неопровержимое доказательство их неблагомыслия. «Если вы преследуете меня, — говорит он, — из любви к Богу, то гораздо более следовало бы так поступить с Антихристом. Он ничего подобного не будет говорить, то есть, что послан от Отца, что пришел по воле Его, но совершенно напротив, насильственно будет восхищать все Ему не принадлежащее и называть себя Богом над всем, как и Павел пишет. Выше всего называемого Богом или святилищем, показывая себя как Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. Это именно и значит, что он придет в свое имя. Но я, говорит Христос, пришел не так, а во имя Отца моего. Достаточно было этого для доказательства, что они не любят Бога, так как не приняли того, кто говорил им о себе, что послан от Бога. Но в настоящем случае он показывает бесстыдство их из противоположной стороны, из того, что они готовы принять Антихриста. Как скоро они не приняли говорившего им о себе, что он послан от Бога, но готовы были поклониться тому, который не признает Бога, а превозносится и выдает себя за Бога над всеми, то ясно, что гонение на Христа было делом зависти, а не любви к Богу. Таким образом, Христос представляет две причины на то, что сказал о себе. Сперва более снисходительно сказав, чтобы вы были спасены и жизнь имели. Потом, так как они намеревались осмеять его, представляет и более поразительную причину, показывая, что хотя бы слушающие и не веровали ему, Бог во всяком случае сделает ему угодное. 273. Павел, беседуя об Антихристе, пророчески сказал: «Зато пошлет им Бог духа заблуждения, за то, что не приняли любви истины, да будут уловлены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». 2 Фессалоникийцам 2:11-12. Но Христос не сказал, что Антихрист придет, но «когда придет», щадя слушателей, потому что их нечестие тогда еще не вполне открылось. Вот почему он умолчал о причине пришествия Антихриста. А Павел с точностью означил эту причину для людей, могущих разуметь, и тем лишил иудеев всякого извинения. Но далее Христос показывает и причину их неверия, продолжая: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Стих 44. Таким образом, опять дает видеть, что они действительно не заботились о славе Божией, а под таким предлогом хотели только оправдать свою страсть. В таких поступках они так далеки были от желания славы Божией, что сами искали более славы человеческой, нежели Божией. Как же они могли возыметь такую неприязнь из-за славы Божией, которую столько пренебрегали, что даже предпочитали ей славу человеческую? Сказав же, что они не имеют любви к Богу, и доказав это двумя причинами, их поступками в отношении к Нему и будущими отношениями к Антихристу, и изъяснив при том, что они не заслуживают никакого прощения, Христос приводит на обличение их и Моисея, и так поражает их: «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Стих 45-47. Он как бы так говорит: «Своими действиями против меня вы прежде меня оскорбляете, Моисея, потому что вы не веруете еще более Моисею, нежели мне». Смотри, как он со всех сторон лишает их всякого оправдания. «Вы говорите, что гонениями на меня доказываете свою любовь к Богу. Но я показал, что вы делаете это по нелюбви к Нему. Вы говорите, что я нарушаю субботу и приступаю закон. Я отверг и это обвинение. Вы утверждаете, что, поверив Моисея, дозволяете себе такие поступки против меня. Я опять вам объясняю, что этим-то в особенности вы и доказываете свое неверие Моисею.
Я столь далек от намерения идти против закона, что обвинителем вашим будет не другой кто, а сам тот, кто дал вам закон. Как о Писаниях Христос говорил, что через них думаете иметь жизнь вечную. Подобным образом и о Моисее говорил, на него же вы уповаете, связывая иудеев во всяком случае их собственными словами. Откуда же видно, сказали бы, что Моисей будет обвинять нас, и что ты этим не напрасно хвалишься? Что общего у тебя с Моисеем? Ты нарушаешь субботу, которую Моисей закона положил сохранять. Каким же образом он может обвинять нас? Да откуда видно и то, что мы уверуем в другого, который придет в свое имя? Все это ты говоришь без доказательств. Но все это, отвечает им Христос, выходит уже из предыдущего. Как скоро моими делами, голосом Иоанна, свидетельством Отца подтверждено, что я пришел от Бога, то ясно, что Моисей будет обвинять вас. Что он сказал? Не то ли, что если явится муж, творящий чудеса, приводящий людей к Богу и верно предрекающий будущее, такому с полной доверенностью надо повиноваться? Христос не сделал из всего этого. Он и чудеса совершал, несомненно, истинное, и к Богу всех привлекал, и свои предсказания оправдывал исполнением их. Но откуда видно, что они уверуют в другого? Из самой ненависти их ко Христу. Отвергающие того, кто приходит по воле Божией, без сомнения примут Бога противника. Если же он указывает теперь на Моисея, а прежде говорил, не принимая славы свидетельства от человеков, ты этому не удивляйся. Он не к Моисею их отсылает, а к Божественным Писаниям. Но так как Писания мало устрашали их, то он обращает слово к лицу Моисея, представляем обвинителя в самом законодателе, и таким образом производит в них гораздо сильнейший страх и опровергает все, что не было сказано ими. Замечай же, они говорили, что преследуют его из любви к Богу. Он показывает, что они делают это по нелюбви к Богу. Они говорили, что держатся Моисея. Он показывает, что они поступают как по недоверию к Моисею. Если они ревновали о законе, то им следовало принять исполнявшего закон. Если любили Бога, то им надлежало повиноваться привлекавшему их Богу. Если верили Моисею, то им следовало поклониться тому, о ком Моисей пророчествовал. А если ему не верили еще прежде, чем мне, то нет ничего удивительного, что гоните и меня, проповеданного им. И тогда, как иудеи благоговели к Иоанну, Христос доказывал из их поступков с ним, что они презирают Иоанна. И теперь, когда они думают, что верят Моисею, он показывает их неверие. И таким образом все, чем они мечтали оправдать себя, он постоянно обращает на их же голову. «Я, — говорит он, — столько далек от мысли отвлекать вас от закона, что к обвинению вашему призываю самого законодателя». Впрочем, хотя он сказал, что Писание свидетельствует о нем, но где они свидетельствуют, этого не присовокупил, желая навести на них тем больший страх, обратить к испытанию Писания и поставить в необходимость спрашивать его самого об этом. А если бы он предупредил их и объяснил это без вопросов с их стороны, то они отвергли бы и свидетельство Писаний. Теперь же, если они были внимательны к его словам, им следовало прежде всего спросить об этом и узнать от него. Для этого-то он особенно и распространяет не только свои доказательства против них, но и прещение и угрозы, чтобы по крайней мере страхом изрекаемых на них слов вразумить их. Но несмотря на это, они молчат. Такова злоба. Что бы ни говорили, что бы ни делали, она не трогается, но упорствует, сохраняя в себе свой яд. 275. Поэтому надлежит извергать из души всякую злобу и никогда не сплетать никаких козней. Превратен путь человека развращенного. Притча 21.8. И святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Премудрость Соломона 1.5. Ничто так не делает людей глупыми, как злоба. В самом деле, когда человек бывает коварен, неблагонамерен, непризнателен, а это виды злобы, когда раздражается, ничем не обиженный, строит ковы,
то не представляет ли в этом доказательств крайнего своего безумия? С другой стороны, ничто так не делает людей разумными, как добродетель. Она делает их признательными, благонамеренными, человеколюбивыми, тихими, кроткими, смиренными. Она обыкновенно рождает и все другие совершенства. Кто же может быть мудрее человека с такими расположениями? Поистине, добродетель есть источник и корень мудрости, как всякий порок берет начало от неразумия. И надменный и гневливый человек увлекается этими страстями по недостатку благоразумия. Поэтому и пророк говорит: «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Псалом 37:6. Показывая, что всякий грех получает свое начало от неразумия. Напротив, человек добродетельный, имеющий в себе страх Божий, мудрее всех, потому некий мудрец говорит: «Начало премудрости – страх Господень». Притча 1:7. Если же бояться Бога, значит иметь мудрость, а порочный не имеет этого, то без сомнения он лишен мудрости, а лишенный истинной мудрости бессмысленнее всех. Хотя многие удивляются людям порочным, потому что они могут делать другим обиды и вред, но они не понимают, что таких людей должно считать несчастнейшими из всех, потому что, думая вредить другим, они вонзают меч в себя самих. А то и есть признак крайнего безумия, когда кто, поражая самого себя, не сознает того, но думает, что он вредит другому, между тем, как заколает сам себя. Потому и Павел, зная, что поражая других, мы убиваем себя самих, говорит: «Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» 1 Коринфянам 6:7. Чтобы не быть обидимыми, не надобно обижать. Чтобы не терпеть зла, не надобно делать зла. Хотя это может показаться загадкой людям обыкновенным и не желающим любомудрствовать. Итак, зная это, будем считать несчастными и оплакивать не обижаемых и оскорбляемых, а делающих другим обиды и оскорбления. Эти-то люди наиболее страдают, потому что они вооружают против себя Бога, отверзают уста тысячи обвинителей и приобретают худую славу в этой жизни и навлекают на себя великую казнь в будущем веке. Напротив, обижаемые и все великодушно переносящие преклоняют и Бога к милосердию, и всех людей к состраданию им, похвалам и благорасположению. Такие люди, представляя величайшее доказательство своего любомудрия, и в этой жизни приобретают великую славу. Их будущее получает вечное благо, которых да сможем достигнуть и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.